Почему именно сейчас я активизировал эту работу? Потому что складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту «Антироссия». Это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства. Да, конечно, любая страна имеет право выбирать свой путь, это не оспаривается. Но, знаете, так же, как любой человек, он свободен. Ну, есть такая известная формула. Свобода человека, каждого, ограничена свободой других людей. Если она вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств. Если мы видим, что создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать.